Всем привет, с вами Макс Резкий, игра Брето Адио, лайк, подписка, чтобы не пропускать новые ролики. Так, я хочу тут вам сделать так, чтобы вам было удобно смотреть, как я понимаю, да? Нужно сделать. Вроде бы я все сделал, смотрите сами. Ну ладно, может сейчас сойдет. Итак, улучшай лечебный рандинг и получи, что важно. Отметить. Я некоторые дни пропустил. Ну да, некоторые праздники. Сколько там пропустил? 3 дня? Офигеть. 3 дня пропустил. Вот, конечно, стоп-лёр. Участвует, чтобы получить награды и выиграть в мере монет клана. Вступить куда-то. Ладно, уйдем. Подарок. Куда? Кто нам дает подарок? Викторина. Поговаривать, что вождь весьма умен, что он ответит на это. Улучшай улучшение гадания, чтобы быстрее получить бесплатное гадание. О, почему нет? Так, я правильно сказал? Офигенно. Просто наугад. Да, конечно. Так. Прям. Воинов. Нанимаем всех. И прокачиваемся. Улучшить обучение. Наконец-то мы с ней поиграем. Наконец-то. О, вот защита там. Скорость исследования. Вот. Так, хай не идут. Белка. Офигенно. Поймал. Офигенно, тут есть белка. Давай их с бонусом. Давай, ждем 2 минуты. Что такое? Что вы тут? Шок нам. Путь великих вождя. Путь великих вождей. 7 дней карнавал. А ну-ка, путь великий вождя. Как мне там перейти? Заверши исследование. Чего-то, да. О, то соберем. Получить там 6000 сокровищ. Давай пойдем в путь, что ли? Так, как там? Ой-ой-ой-ой, мне так их много. Так, давайте выйдем. И что-то будем охотиться. Так, вижу, что они территорию захватывают. О, давайте к нему. Обнови сейчас. Новая версия. Пожалуйста, обновите игру, чтобы убедить содержание с последним изменением. Прямо сейчас, друзья. Мы с вами посмотрим. Итак. Последнее обновление 30 ноября. Но это не точно. Скоро появится древние сокровища. Так, и обнови сразу. Ой. Ой, что это сделал? Edge Wave, что, обновление вышло? Так, я тут изменю экранчик. Edge Wave с обновления. Слушайте, я потом обновлю. Буду обновлять. Так, компания, расскажите про обнову. Голословение и объяснение усилий ведет 13 декабря. Ну так, в прошлом времени. Ведет к процветанию. Долгожданное слияние севера состоится уже скоро. Скоро начнется серия рождественских событий. Рождество, его, да? И Эджвейс тоже будет праздновать, как я так думаю. Потом тоже там сделал ролик. Пока не по этой теме. А, к нему в придаче появятся огромные украшения заставы. На первобытие. Но и с земли появится застава безумных племен сезона соклановцев в подготовке к атаке. Окей. Соклановцев в подготовке к атаке. Итак, как он такой экранчик? Бритл Аджи. Ооо, как классно звучит. Прям дракончик этот. Какой дракончик? Да, это старое время, 1900 год, может даже меньше. Так. Окей, давайте выйдем. Там будем охотиться на других. Кто построил здание? Слушайте. Что такое дерево? Что такое? Производство базы. Что? Строить, изменить, телепорт. Это как вообще? Телепорт. Застава, ладно, в принципе,
Ой, как опас. Требуется крепость 10 уровня. Вот это вот. Охота. В атаку. Классно еще, да? Они уже медленно идут. Потому что они наша долина, там болото и леса. Детали, ускорение, отказ. Цель. 1128,843. Прям, знаете, данные с данных воинов. Итак, ученый, всадник волков и воин. Больше, конечно, воинов. Не ученых там. Вырубать. Офигенно вообще. Бой. Молодцы, да. Все же их прокачиваем. Ну все, Ханя возвращается домой. А мы, друзья, тем самым должны прокачать уже издание. 5 минут остается. Так, опа-на, вот он. Давай. Опа, сила халява, да? Все, уже, слушай, он придет еще раз. Что такое 5x? А, циф не повлияет на награду. А зови повлияет на награду. Окей. Бонусом. Хорошо. Плохо. Позже. Давай хорошо тогда. Я прям сейчас это сделаю по-быстрому. 10 миллионов прям аж. Офигенно. Так, окей, готово, пишем. И запуск. О, подарки. Да, не надо. Ответ на вопрос. Ответ правильно получите награду. Отлично. Отлично. Ответ викторина. Поговаривать, что вождь восьма умен. Что он ответит на это? Окей. Улучшите золотое дерево, чтобы увеличить бонус маны. Золотое дерево, чтобы увеличить бонус маны. Ну, вроде бы да. Ебой! Там вообще нравится, не слушайте. Нам нужно подождать еще, чтобы выиграть наконец-таки. Что такое бесплатно? Спасибо. Так, что прокачать там? Что нужно иметь? Что, дерево прокачать? А. О. Построить что-то важно. И до 5-го. 2 часа, офигеть. Ускоритель повышает скорость строительства. Хотите попробовать? Ладно, попробую. Нет, не к спеху. Попробую, конечно. Класс. Укрытие, ага. Жрец. Укрытие защитным войска от урона. Во. Время вражеской атаки заставит, но эти войска не могут защищаться заставу. Защита. Вот так. Так, прокачаем. Еще 2 часа, спасибо. Так, у нас как-то магический шар не хочет активироваться. О, белка. Опа, сипки. Шутка. Квест выполняется. Вроде это классная игра, может побаловаться немножко так, поиграться. Но не так уж и много, конечно. Хайды на эти темы будем тоже делать. Вроде понятно, хайды. Так, что такое? Укрытие. Установите время укрытий. Это бесплатно, не платно. Вот где описание. Я даже не знаю. Вон даже воины мои. Давайте тогда выйдем. А если они здесь, то они пришли. Ну да, конечно. О, блин, что вы оставили? Заберите, нам нужно дерево. Давай. Можно их разделить пополам делать, да? Подарок, слушайте. Но это потом уже в будущем. Подарок. Подпишитесь. Вау, май гад. Подпишитесь, получить награды. Дискорд уже подписан. Вперед. Что, реально классно? После того, как вы подпишетесь на наш игровое сообщество, вы получите награды, которые будут отправлены вам на почту. Я не против. Давайте. Дискорд. Я покажу, что присоединился, их кто не верит. Ой, блин, можно изменять локацию. Ой, блин, это не то. Так, друзья, зарегистрироваться. Так, я вступил. Алло, нет, ну я вступил. Я же обещаю. Я вступил. Поверьте мне. О, спасибо, наверное, да. Так, в Инстаграм, я не знаю, что у вас есть. Инстаграм из Edgeways я узнал. Сейчас покажу, как я узнал. Во. Что такое? Вау. Подписчиков 10 тысяч, публикаций 109 отметок. Ладно. Ну, я ж тут не до конца смотрел, я только на Чужбейс подписан. На вас тоже потом чуть-чуть подпишусь, обещаю. Так, ой, 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 о, о, ноу, ой, ноу, 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 ноу.
Блин, ну где же эта игра? Clash Lions. Да, вам придется вот так вот смотреть, да? Ну, смотрите, во что играю, да, играю в эти игры. Так, давайте сменим экранчик. Вон он. Давайте обратно вернемся, все основим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Даже громче, чем я говорю. Как мне тише делать, я говорю, в игре к Brawl Edge. Brawl Edge Babes. Brawl. Блин, даже не знаю. Brittle Edge. Как мне сделать тише? 139 гривен, да. Вроде бы к Edge Babes там дешевле стоит. Но я не знаю насчет этого. Я не такой же богатый, по принципу. Дака. Да, подписан, я помню. Давайте, в общем, там все, выхожу. Я там подписан. Встаньте, я подписан. Чего ж так выбили сразу? Так нечестно. Так, а там еще есть одна соцсеть Facebook. Я про это не знал. Нужно подписаться на них тоже, да? Окей, подпишусь, конечно. Если я играю в эту игру, то почему бы и нет? Загрузка. Так, а опытом прошли? Йоу. Там за 3000 гривен. Капец. Так я же не такой уж богатый, алло. Так, аут, собирайте, собирайте. Нам нужно железо, именно дерево. И на что еще? На Facebook. Давайте посмотрим Facebook. Я там не смотрел, поэтому посмотрим все с вами. Офигеть. Ревьюшка. Что еще? Лидера. Понятно, даже галочка. О, прям меня узнали. Прячемся. Нас засекречили. Засекречили. Что такое? Ладно. Мы там получаем, да, вроде бы? А, крыса сидит. Ладно, друзья, всем спасибо, пожалуйста, мы просто вам бумаг с риском. Мы что-то узнали, что-то не узнали. Защита. Окей. Задание вроде бы. А, уведомление. Опа, спасибо. О-хо-хо. Крутяк, слушайте. Всем удачи и пока. Вау, ты прокачан. То есть это как вообще? У меня уже три воина? Да ладно. Реально три воина. О, не-не, куда удачи пока. Так, ответь на тест. Давай сначала... Давай сначала так вот. Белку, белку. Спасибо, спасибо, бонусы. И ответим. Стоп. Так я же хочу вам ответить, получить бонус. Викторину сыграть, пожалуйста. Рыба, рыба, рыба. Собирать можно рыбу, кстати. Чтобы собрать рыбу, нужно что? Правильно, телепортироваться, как остальные. Поэтому мы тебе тоже телепортируемся. Как там? Телепорт. Вроде бы, я не знаю. Ну, вроде бы, да. А, буду доходить. Ну, в общем-то, классный океан. Тут ловить рыбу вроде бы понятно. Призывайте, да, здесь. И рядом. Как-то так вот. Так, хочу викторину, пожалуйста. Писать вам. Ладно. Всем удачи и пока.